Прощает наша память, любовью, верой, нежностью своей. Она, как обжигающее пламя, она всегда на свече, но подарит. А какие говорить всегда тяжело. Но когда из жизни уходят молодые, говорить об этом тяжело вдвоем. Сергей Беда учился в первой школе. Был добрым и отзывчивым. В декабре 1923 года был призван на военную службу в ВСК Министерства внутренних дел. Умело и четко выполнял приказы командиров. Он погиб 7 апреля 1995 года после серьезной операции, когда вся спецгруппа попала в засаду. Награжден орденом мужества посмертно. Михаил Владов стал честным и трудолюбивым парнем, был скоро помощником большой семьи. Среди товарищей пользовался авторитетом. Погибнуть боец из того комсомольца 21 марта 2000 года. Награжден орденом мужества посмертно. Сегодня на нашем мероприятии присутствует глава Белгородского муниципального района, родные и близкие погибших себя, члены организации «Боевой братки», учителя и учащиеся школы. И первым слова предоставляет Олег Владимирович Чулаков. Добрый день. Я привычный присутствующий за то, что присутствует прийти сюда в этот день мероприятие, на самом деле, такое является событием для нашего города. Я считаю, что вот для меня сегодня это честь присутствовать здесь, на открытии мемориальной памятной доски, под погибшим молодым ребятам. Это честь для школы, то, что они учились здесь. Это честь для вас всех, кто будет учиться здесь и сегодня учится. Это достойный пример. И это пример подвига отдать жизнь за Родину. Это самое святое, что есть у нас. Я благодарю родителей, которые присутствуют здесь, я желаю им терпения. На самом деле, ваши сыновья сегодня смотрят вот оттуда. И тоже радуются, что есть это будет, это память. Память — это основное. Наше ничего, это ведет наших сестер, ведет вместе с нами, радуется вместе с нами жизни, нашим праздником, нашим событиям, вместе с нами все переживает. И кажется, что после этого приходить, открывать двери, это что будет видеть, что в этой истории очень достойные ребята молодые. Это достойно. Выбить не удачи для лицо, я считаю, для всех самое основное. Если придется землю лечь, то надо это сделать достойно. Так как сделали эти ребята. Благодарю всех, благодарю организацию «Боевого братства». Я рад, что сам в нем небольшое участие в отмене этой доски памятной. Вот. Ну и желаю, чтобы в первой школе всегда учились ребята, которые самым дорогим для них были родины. Ничего много не знаю, что страна у нас была хорошо. Самое главное, каждое утро просыпаться и думать, что я сегодня сделаю для времени, для района, для одного города. А вечером благодарить Бога за то, что он потребует еще один день жизни. Я желаю всем всего самого доброго, успехов и помнить о том, что в нашей земле жили.